офигеть местечко, да? Ну что, спустимся? Давай. Подъем более физиологичен. Спускаться это сложнее обычно. Да. Со стороны это страшнее казалось. Не так-то все и страшно. Блин, тут должна быть рыба. И ветра нет в низине. Коряги, все как положено. Вроде яма такая. До крана еще для ямы, это судаковая яма скорее. Ну да. И нифига. Полный ноль. Только три обрыва. Да. Ну что, здесь рыбы нет? Ладно. Да так они и сказали. Я вообще всегда говорю, что ничего не клюет. Видишь, они тупо и улетит. Яма приходит, проходят. Они не ловят много. А стой, пусть проедут. Да пусть проедут. Четко, да, пришел бросил, побегал. Все, проехали, можно вытаскивать. А я ее не возьму. Давай я возьму. Тут вот сюда подтаскивай. Да нет, здесь под берегом. Ага. Какая толстая наеденная. Да. 810, да? 800, короче. Опа. Ай, молодец. Я и не думал, что в этом озере такие щуки могут быть. Вот такая. Прикольно. Это фурия, что ли? Давай фурия, да. Блин, я вообще никогда на них ничего не ловил. Они как-то заводятся еще плохо всегда. Плохо. Да? Да. О, ништяк. Все, вижу. Вот в этой канаве. Глубиной по колено, да, наверное, с глубиной? Да. А нет у тебя инструментов? А, ты не
Ну, неплохой, да, окунёк? А в те разы тут не было окуня. Интересно. Лобстер сработал. Фанатиковски. Итак, всем привет. Сегодня опять я на этой клевой точке. Ну, чтобы хоть как-то разнообразить рыбалки, взял сегодня другую палку. Это старенькая Басмания от Black Hole. 4,5-16 грамм. Удилище для твичинга, но я ее использую и для джига тоже. Там, где нужно на коротке выдирать рыбин. Прикольная палочка, но совершенно глухая. Ну, надеюсь, поклевку-то я не пропущу. Дистанции тут небольшие. Поклевки бодрые. О! А была поклевина. Была поклевина. Судаковая. Надо, наверное, поменять приманку. Ставил маленький виброхвостик манс, лимонно-желтый. И какой-то тычок сейчас был там с выброса вообще под противоположным берегом, скорее всего, окуневый. Даже на Басмании почувствовал. Вот такой вот. Всем привет! Сейчас я нахожусь на точке, которая раньше регулярно давала окуней. Посмотрим, будут ли они клевать сегодня. Вода в реке достаточно сильно поднялась, затопила прибрежную траву. Интересно, как это скажется на клеве рыбы. Но окуни здесь точно должны держаться. Ух ты! Что? Окуняра. Зачетный. Вот он. Я же говорю, эта точка дает окуней. О, какой красавец. Взял вот. Вот тоже четкое место, но это щучье больше. Окуней я не ловил отсюда. С
судачка небольшого ловил. А на той точке что-то больше ничего не попалось. В другой раз надо будет туда заглянуть. Ну вот тут прям чувствуется, что должна быть рыбка. Но опять же здесь все время рыбачат. Вот она, щука. Повезло. Так, ну если оторвется, то простите уж меня. Вот такая вот красотка. От Вистеру хана пришла. Ну и вот еще одно место, где тоже практически всегда клюет. Но, видимо, не сегодня. Всегда хотел проверить, что в этом канале. По большой воде. Но он напрямую из реки идет. Теоретически здесь должна быть вся рыба. Глубоко теоретически. Есть! Вот, смотрите, что у меня теперь есть. Легендарные грушки. Ссылочку, у кого купить, оставлю в описании. А чем они хороши? Посмотрите, какие хорошие тройники. Часто производители экономят и ставятся как говно. Но здесь очень правильный тройник, то есть даже при поклевке огромного карпа они не разогнутся. Ну и сама вот эта вот форма, она правильная. Они ловят. Я практически сразу получил поклевку щуки на такую игрушку. Правда, она у берега сорвалась, но это все из-за спиннинга ларва. Вот так вот. Будем пробовать. Что-то я расстроился, блядь. Вот что не клюет нихера. Нифига себе, а ты сделал это, а ты поймал рыбу там, где ее нет.
говорил, тут нету щуки, тут есть щука. Ну все, ловим. Ну что? Будешь? Старико окунь. Чё-то ты какой-то закормленный весь. Да какой-то он это, перекормленный. Чё ты за кот-то рыбы боишься, блин? Ну всё. Вот уже под вечер. Вот здесь вот, из-под коряшки. Окуни клюют исправно, если их найти. И найти к ним правильный подход. И ни одного омегабаса. А знаешь почему? Потому что, блядь, нормальный спиннингист нет, не закинет. А только кузьмичи. Обычно на таких проводах висят такие кузьмичевые, там, блесны. Офигеть, на такую приманку. Так это второй сегодня, третий не так. А Лаки Джон тут не хотят есть. Не любят тут Лаки Джон йогу. Почему? Смотрите, какая крыса. Тут и лебеди, и крыса есть. Привет, скажи. Свершилось. Паша подцепил неплохую рыбу на огромный твистер, да? Да, да, да. Это манс вот этот огромный? Да, да. Ох ты ж! Манс работает! Офигеть! Что-то она как-то идет странно. Винтом. О! Короче, вы выбрасываете свои кейтечи. В этой снасти все прекрасно. Удилище с обломленным кончиком. Огромная катушка, тонкий шнур, и покажи приманку. О, какая котлета, или как это называется? Манс. Блин, они, чё он кривой такой? Ну, главное, ловит. Ловит. А чё он был? О, нифига себе. А на грушку пойман. Опять грушка. В пасть. Да. Это что за резина? Нет. Это которую ты делаешь, да? Вот. Вы покупаете у Паши резину. Паша не продает резину. Паша не продает, да.
Только за большие деньги. Ох ты, попробуй. Ой, тихо. Попробуй, что у него в животе. Карась такой какой-то. Да, что-то такое. Здоровый, глянь, какой. Объемное, да. Смотри, какой. Вот такой где-то, вот. Да отпусти. Вот такой. Вижу. Это не зацеп. Это сом. Это сом? Слушай, выводи его туда, где нет травы. А туда он вообще не идет. А хотя здесь везде трава. Не тяни, сольешь. Ё-моё. Это амур вообще? Это амур. Амур. Амур, амур. Yeah. Yeah. Да подожди, да положи ты на берег его. Красавела. Димка, забрать его можно будет? Да, забери. Офигеть. Вот это опыт. Вот. Стой, подожди, я его помою. Хороший, да? А у тебя тоже удар был? Да, у меня какой-то, блин, приманка выпала. Ну-ка, расправь перья. Офигеть, какой. Какой окунь, вы посмотрите, а. Да Паша сегодня творит чудеса. Отпускаешь, да, его? Да. Мы же амура сегодня поймали. О, пошел. Красава, да? Да? Вот какой-то паровоз подцепился непонятно. Еще и с леской чужой. Ого, жесть, смотрите. Всем привет, сегодня пришли вот на это озеро, забыл, как оно называется, рубиновое или изумрудное. А, бриллиантовое, во. И славится оно просто какими-то нереальными размерами рыб, которые в нем обитают. Что тут окуни сколько? 2,5? Окуни до 2,5. Средний размер килограмм, да? Да. Щуки какие-то там на 20-ку рвут сети, да? Да. Вот, и сегодня мы... По 3. Попробуем здесь что-нибудь поймать. Вот такой вот водоемчик. Да, тут просто лютый коряжник. Вот это... такие зачетные окуня клюют. Первый окунь, ну немного не дотягивает до 2. За 300, да? Сколько я сегодня должен поймать? 2,300. 2,300, да. На Lucky John, что интересно. А давно у меня эта резина опылилась в шкафу. Ну все. А начало положено. Уже половину берега прошли. Нифига. Не в ту сторону, короче, пошли, надо было. Да по тому берегу идти, где деревья поваленные. Вот дал человеку просто подержать рыбу, а он ее взял и вытащил. В глаз! Что-то ему не везет, второй раз подцепился.
А классическая резина — это вообще тема. Вот это такие вот твистеры из 90-х. Они всегда ловят на равномерную проводку. Всем привет! Сегодня будет просто рыбалка на озере. Половим спиннингом хищную рыбу. Попытаемся соблазнить кого-нибудь на поклевку или забагрить. Смотрите, что у нас из всего этого получится. Закос? Да. На 4 грамма. Лобик не крупный. Заходка? Да. Нет, тут беседок не видно. Подожди. Чтобы беседок не видно. Ага. Опять хвостом клюнул. Отпускаем. Нам рыбу не надо. Они, мы ее сюда запускали. Ой-ой-ой. Все дно в листьях. Это что там у тебя такое? Щука. Форсируем. На мою резину, я сказал. Опять на твою резину. Чака. Такая резина. Ну что, люди щуку не видели, что? Щука сорвалась. Большая была? Килограмма два. Килограмма два, говорит. Вон там вот. Вечерний толстолоб. Ну не знаю, но толстолоб, это аромат. Надеюсь, мне сегодня в воду лезть не надо будет. Давит, блядь, вниз. Это не толстолоб. Давит вниз? Да. А знаешь, кто это? Да. Это сом. Давит, я тебе говорю, вниз только. Идет вниз только. Идет вниз. Но ты не слей, главное. Что-то не крупное. Да толстолоб паршивый какой-то опять. Или карп. А что-то черное такое, да? Черное, да. Толстолоб. Толстолоб? Да, не крупный. Поменьше даже. А что так упорится? А что так упирался? Не знаю. Отцепляй. А что, выкидывай его? Сейчас тебя брызгает. Так, ну в общем вот.
А Паша судака поймал. О, смотрите, какой судак. О! Что-то ты плохо его отмыл, ну ладно. Так вот, Паша, вот судак. Ночью. Уже стемнело. Ушел куда-то. На вот эту резину. На какую? Ого! А нифига себе, вот на такой вот. Да. На такой твистер здоровый. Да. Офигеть. Воблеры, блин, надо. Есть воблера? Да. Ставь воблер. Вот этот свой сик.